Я, короче, в инсте сижу и смотрю, кто мне тут лайки не ставит. У меня память-то хорошая, я все запомню. Фу, блин. Песики, барбосики. Это все в порядке? Ворвался нежданно-негаданно. Ты шо? Ворвался. С Новым годом, мать! Ты смотри, что я принес домой. Подарки? Семью нашу, конечно, подарки. Целый рюкзак подарков принес. Показывай, что там. Ну-ка. Не покажу, угадай. Здорово всем. Угадай, что здесь. Тут квартира новая. Ты с ума сошла? Ну ладно. Машина. Какая машина? Машина в рюкзаке? Ну, ключи от машины. Нет. Картонные кирпичи. Я хотела всегда. Что ты хотела картонные кирпичи? Она хотела картонные кирпичи? Нет. Набор для вязания? Нет. Макраме? Нет. Гусеница? Нет. Штопор? Нет. Шпатель? Тоже нет. Давай, перебирай. Напластовые куколки? Близко, очень близко, но нет. Может, марганцовая мармеладка? Ну, нет. Желтые подсолнухи. Подсолнух желтый? Да. Нет. Ну, что там говори, да? А, вот, встань, иди за свое кресло. Встань садись. И иди. Иди. Я тут, ребятки, идею для новой серии придумал. И придумал тоже идею для идеи. Чтоб была идея для новой идеи. Что там записи. Показывай. Идея. Ну сначала да, я в Мунструкт зайду и покажу тебе. Короче, Катеридзе Микеридзе. Смотри, что у меня здесь есть. Все у меня уже в инвентаре есть. Идея новая для записи серии. Идея. Тебе нужно учиться, мать. Ты в предыдущей серии построила просто очумительный домик, честно. Я тебя похвалю, потому что ты прекрасная Джамшутанамана строительница. Смотри, что у меня есть в инвентаре. Вот смотри. Я знаю то, что нам нужно в Икею. Ты говорила, тебе и полочки нужны, и шкафчики, и мамина мама, и мамина мама, и бабушка, и мамин папа, и прочее. Но нет. Первое, что нужно делать в хате, кухня. Потому что, в смысле? Кухня для бабы, как PlayStation 4 для пацана, понимаешь? Святое дело. Как ты хочешь обустраивать хату без жрачки дома? Не поела, нет сил. Нет сил, значит не поела. И не сможешь тогда двигать диван дома, чтобы устроить перестановку. Вот, поэтому в этой серии мы с тобой будем браться за кухонное дело. Но самое главное задание я, конечно же, оставил тебе. Тебе нужно выбрать, где уже у нас будет кухня. С какой стороны? Справа. А, ну все же, ты выбрала, да? Хорошо, о, кстати. Это было очень сложно. Так, у меня кирки нет, подожди. Сейчас, пока я бегаю за кирочкой, ты можешь поговорить с подписчиками и сказать, что нужно делать, потому что они уже забыли, а я не хочу уже в триллиардный раз повторять. Берем блокнот, открываем. Берем ручку, открываем ее тоже и записываем. Первое, что нужно сделать, подписаться. Потом оставить комментарий. И что там еще? Лайк. Лайк поставить, да, над этим, согласен. Видео, потому что если не будет лайков, не будет видосов. Не будет серии с Катюхой, вообще, не будет вообще. Это... Ну, типа, ты знаешь, ну, вообще, Дед Мороз вообще к тебе даже не придет на Новый год. И ничего ему не пода... Ничего, я рыгнул одновременно. И что? Что он ему не подает? Кать! Короче, Дед Мороз... Хватит! Дед Мороз тебе не подарит подарок, ну, конечно, на Новый, да, год. Да. Можешь еще колокольчик поставить, чтобы никогда не пропускать вот это никогда. Вот это нас не пропадешь. Короче, ставь лайк. Короче, будь молодцом. Продолжаем. Короче, Катюха, в принципе, как тебе кухня? Потихонечку она усовершенствуется. А что ты без меня-то все строишь? В смысле без тебя? Я поставил 3 тумбочки, я поставил блендер, поставил кухонные приборы, и сейчас мы с тобой будем варганить ужин. Но еще что осталось? Нам нужно поставить 2 стула и стол. Куда? Как ты думаешь? Может, на улице? Или возможно... Нет, здесь будет у нас зона для просмотра телека и прочее. Зона для просмотра телека. Я не знаю, куда можно поставить. Посерединке? Ну, вот чуть-чуть. Может, вот так, смотри, опа, и вот так. И как я туда пролезу? Ну, в смысле, вот ты здесь будешь сидеть, вот, а я буду вот здесь сидеть. Наверное, нужно было... А, смотри, мы можем забебенить. Вот так, это сюда и это сюда. Как ты думаешь? Вот так. Мне нравится. Ладно, мне, допустим, тоже. Хорошо, смотри. Во вторую очередь. Кухня у нас есть, стол у нас есть, нам нужно... А, не, подожди. Сок будешь? Да.
Смотри, я себе взял сок. У нас есть блендер здесь. Я себе сделаю яблочный сок. Сейчас подождем, пока он сделается. А тебе я сделаю апельсиновый. Ну, потому что я знаю то, что ты любишь морковный, но я не знаю, как делать морковный сок в Майнкрафте, поэтому я тебе сделаю апельсиновый. У меня яблочный, у тебя апельсиновый будет, хорошо? Сейчас мы такой ужин забабахаем. Первый наш семейный ужин вообще на нашей кухне. Потрясно будет. Дальше что нам нужно? Салатик забибенькать. Но для того, чтобы забибенькать салатик, учись, как это все делается. Потому что Катюха даже не знает, как сажать предметы в Майнкрафте. Смотри. В первую очередь нужно сделать мотыгу. Делаем мотыгу с тобой. Сейчас, подожди, досочки. Из досочек палочки, палочки. И мотыга делается вот так. Двумя какими-то нужными нам предметами. То есть или железо, или золото, или алмаз. Делаем мотыгу и скапываем грядки. Ты ж с мамкой в детстве ходила на картошку? Или с бабушкой, с дедушкой? С друзьями картошку воровать. Хотя бы огород соседа топтала в детстве. Ладно, не важно. Вот смотри. Скапываем грядки. Что я принес? Нам нужен салатик. Прям очумительный салатик. Лучок. Я знаю, что ты не любишь лучок, но я люблю лучок. Поэтому лучок сажаем. Ладно, давай бери мышку, сажай. Хорошо. Правой кнопкой тыкай по грядке. Ты посадила только что помидорки. Третий. Нажимай. Сейчас ты будешь сажать огурчик. Дальше нажимай. Четыре. Что-то дальше. Ты кофе посадила рядом с огурцом. И чё? Ну это не по феншую. Ты что сделала, мать? Ты чё сделал? Ты что-то не то сделал вообще. Я хотела убрать его, раз я не Ты вообще... Ты кофе... Все, у меня больше кофе не будет. А что я сделала? Ты испортила семена кофе. У меня Я не... У меня кофе не будет больше. Кать! Ладно. Говорю, да я все посажу. И нам нужно доходить. Кать, дерево. Угадаешь, чего? Золото? Авокадо. Авокадо у нас будет просто такой потрясный салатик. Но... Адвокадо? Да, адвокадо. Как это все вырастить? Конечно, мы можем сейчас сидеть и ждать, пока это неделями будет расти. Нет, но у нас есть читерский способ. Но не читерский, в Майнкрафте он доступен. Нам нужно убивать скелетов. Из скелетов выпадает кость. А с кости можно сделать костную муку. А с помощью костной муки можно выращивать предметы в несколько раз быстрее. То есть смотри, тыкаем костной мукой. Опа! И у нас уже выросло что? Лучок! Тыкаем костной мукой. Опа! Помидорки выросли. Костной мукой. Опа! И огурчики выросли. Сейчас мы бежим к дереву авокадо. А, вот. А, тоже костной мукой. Ну, смотри, как много авокадо. 12 авокадо. Все потрясно. Сейчас я даю тебе мышку, даю тебе клавиатуру. Тебе нужно развести костер. Я не спрашиваю, зачем нужен костер для того, чтобы сделать салат. У нас просто изумительный салат будет вместе с тобой. Сейчас подожди, да я уже мешочек с подарками отложу. С лучком. Что делать надо? Копай яму. Копай. Вылазь из нее. Рано умирать, мать. Копай еще одну яму. Копай. Дырочку. Дырочку. Копай. Нажимай правую кнопку мышки. Потрясно. Сейчас сложно будет. Смотри, я тебе помогу, потому что ты не знаешь. Нам нужно котел поставить. Недолго счастье длилось. Ставим котел вот сюда. И нам нужно еще будет его поджечь, но чуть позже. Ты готова? Водичку! Точно, нам же водить. Тогда уже получается у нас не салат будет, а суп какой-то. У нас есть железо. Мы крафтим с тобой ведерко. Добываем водичку и заливаем в котел. А сейчас! Не пугайся! Садись сюда! Давай! Ура, наконец-то я что-то буду делать в этой жизни. Конечно, когда задача дошла до того, чтобы заварганить хавчик, Катюха, как всегда, на кухне. Бери помидорку в руки. Вторая клавиша. Бросай в котел. Котел бросай. Или Q нажми. Q. Опа, какой молодец. Три. Да. Нажми на Q. Нажми. И отойди чуть-чуть. Все, потрясло. Видишь, плавает. Сейчас нажми на огурчик. Третья клавиша. Поднимись чуть выше. Да не подходи, ты же выбрасываешь помидорку, Катеридзе. Бросаешь и вот так бросай. Вот. Q. А, нет, что-то пошло не по плану. Подними чуть выше еще. Выше мышку, выше. Вот бросай. Ой. Q. Баскетболист! Перекинула. Подними. Главное, не поднимай вот помидорку. Пускай помидорка там будет. Подними чуть выше, бросай.
Как сложно, как сложно, поднимай. Так, это... Давай, давай, выше, выше. Стрелявок. Да, давай, ага, целься. Опа! Трехочковый просто! Бери авокадо. Адвокадо. Адвокадо бери и бросай, да. Бросай, кью. Попал. И бери лучок и бросай. Не попало. Да подожди, подожди, ну все, отойди, 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 а то сейчас опять все поднимешь. Бросай. Давай, попади. Перебросила. Да нет, не, почему ты сразу идешь поднимать? Просто вторая попытка, вторая попытка. У тебя же есть еще немножко авокадо. Давай, давай, это, давай. Это лук. Это лук, точно. Так, бросай. Так. Мать-то лучше знает, она на кухне кофе варит, жрачку делает и все остальное. Кать, всё. Ты вообще не снайперка. Смотри, как это делают. Смотри, как делают настоящие снайперы. Опа! С первого раза попадаю. Конечно, блин. Конечно. Готовишь уже поделить 100 в этой жизни. Готова сделать супчик? Да. Я также предоставляю возможность тебе. Только не подходи. Только не подходи. Нажми правой кнопкой и подожги костер. Правой. Не себя подожги, Катюха, костер! Тебе жить надоело, Кать, ладно, давай мы упростим тебе задачу. Поджигай. Правой кнопкой мышки. Ну, дожимай уже, наконец-то, ху. Все, готово. Ждем, пока все заварганится. Ты справилась, Кать. Хотя бы чем-то в этой жизни ты справилась. Ху. Да. Накрываем на стол. Тащи тарелки, мать. Сейчас принесу. Ага, там все поставил, поставил, все уже на столе накрыто. Катюха! Иди сюда, тащи свою пятую точку! Давай, 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 так. Да. Не шуми, да я уже. Да не шуми! Как? Специально. Я уже все накрыл. Убери тарелки. Сейчас. Да я. Кать! Вот, все, закрой дверь и сквозняк! Все, смотри, что мы с тобой приготовили. Супчик наш. Мой яблочный сок. Твой яблочный сок на земле валяется, потому что нам не хватило места на столе. Я вот. Знала, что картонные кирпичи существуют. Вот они, в супе у нас. В смысле картонные кирпичи? Здесь авокадо, здесь кукумбер, здесь помидоры, здесь лучок. Какие картонные? О чем это? Кать. Давай приступаем. Мы с тобой любим покушать. Да вообще, ставь лайк, если любишь покушать. Мне кажется, все любят покушать на этой планете. Ну чё, мать, приступаем? Погнали. Давай. Расчехляй вилки. И ложки, потому что это суп все же. Да. Мать, ты как там? Катю, да? Упала у тебя там, упала. Что тебе сделать? Кто бы мне помог? Я так обожрался, я рукой пошевелить не могу. Кать. Алло. Алло. Скажи что-то в микрофон хотя бы. Помогите мне встать. Да чё, когда мы с тобой когда мы с тобой научимся не обжираться так? Ой. Неплохо. Кать, тащи тазик! У нас нет тазика, под стол давай, под стол. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь, и мы, короче, пошли.